Было то время, мы с Максимом демонстрировали это в программе «Автостоп». Ледяные гонки. Помнится, и катались мы и на Skyline, и на Форде, и на Максим ездил и на Мазде, и на Волге он ездил тоже. Вот. И все это было где? И все это было прямо рядом с нами. То есть мы катались на Магнитогорском пруду. Вот. Что сегодня сейчас? В этом году, ну, зима такая достаточно странненькая, да, вот мы сейчас примерно за моей спиной 27 декабря, да, а на улице всего минус 10. То есть наш пруд практически не замерз. Но даже если бы он и замерз, то вы бы не стали кататься, потому что, ну, возникают проблемки, да, люди сталкиваются и все остальное. Естественно, у нас милиционеры, точнее полицейские, запретили катание. Но тем не менее, в городе вот здесь вот появилось место, где вы в реальности можете попытаться проехать и посмотреть, как вы умеете ездить, и контраварийно в том числе. Конечно, это время не будет таким долгим. Представляете, да? В прошлом году, помните, вот здесь был совершенно замечательный такой потопчик, который плавно затек. Вот. А за моей спиной объездная дорога. То есть вот там 50 лет магнитки, вот там выезд в сторону из аэропорта, а за моей спиной какие-то сады, я уж не понимаю. И вот здесь вот вы можете ездить. Как вы можете ездить и до какого числа? Вы можете здесь кататься до того момента, когда все это дело не растает. То есть вы отсюда не уйдете в марте месяце. Скорее всего, где-то в апреле. Поэтому ездите и катайтесь, и получайте навыки контраварийного вождения. Ну а теперь мы покажем, как мы умеем ездить. Забавно было смотреть, как люди носятся по трассе. Но мысль-то была очевидная. В большинстве своем это переднеприводные автомобили. Но трасса, конечно, для заднего привода. Потому как нет ничего непонятного, когда ты на передке въезжаешь в лед. И весь твой замечательный передний привод куда-то валится. Вот то же самое скажу и о полном приводе, оборудованном ABS. Тормозишь, а не получается. И это-то как? Ну так вот, я сейчас расскажу. Во-первых, тормоза придумали не трусы. То же самое и про двигатель. Хотите без косяков проехать на автомате? Сейчас расскажу. Но только с нормальным движком. Автомат, конечно, чуть-чуть коробку подтормаживает, но главное – это тормоза. Как правило, и без ABS у вас начинает подтормаживать зад, если вы работаете и газом. То есть на автомате левой ногой, понимая, как надо, тормозим, а правой подтягиваем машину, и получается супер! Но только на нормальном двигателе. Втыкаю сразу, на автомате, да и вообще, левая нога не понимает сущности. Вот только правая понимает, где газ, а где тормоз. Поэтому только на лед. Прокатитесь раз 100 и поймете, хотя и это не для каждого. И поэтому, если у вас правило, что левая нога упирается сразу в пол, ну как на механке, то вам взад прилетит нежданчик. В остальном хотелось бы и на моем олдтаймере, плавно перетекающем в раритет, всем показать, что и мы не лыком шиты. Но ни сегодня, ни сейчас. И возможно, у кого-то найдется время, естественно, деньги для того, чтобы показать и продемонстрировать. И пусть такое и будет. Конечно, рано или поздно это кончится. Потому что ну, таких событий-то и не бывает, да? То, что было в году 2013 году, это вот достаточно странное явление. Все залило, и это тоже залило. 2014-2015 год. Вот. Вам дали возможность здесь пока прокатиться. Но в остальном-то, конечно, ничего и не будет. То есть, скорее всего, через год, через два все это дело прекратит свое существование. И вот тогда я не знаю, где вы будете кататься. Вот. Жалко, конечно, но такое получается. Да? То, что Господь Бог нам дает такие возможности не так часто. Но тем не менее. Вот. Что в дальнейшем? Ну, в дальнейшем кто-то, возможно, и вам покажет, где вы все это сможете сделать, если получится.